Что ж, еще раз доброе утро. Сегодня 23 у нас уже июня, да, у нас сегодня рабочий день, многие разъезжаются. Как я уже говорил, два позитивных дня прошли великолепно в Санкт-Петербурге. И самое главное, мне бы хотелось получить обратную связь по поводу нашего тренинга, который проводился для наших команд, для компании «Свискель». Это был веревочный курс, как я уже говорил, в пригороде Санкт-Петербурга. Ну и, наверное, хотелось бы услышать мнение разных людей, что они от этого получили, потому что все они приняли самое активное участие. Наверное, Роб, с тебя начну. Ты у нас как молодой самый красивый. Привет, друзья, Роман Симоненко. Спасибо, Олег, что дали возможность попасть на веревочный курс. Спасибо, Саша, за то, что он организовал Викторию. Для меня веревочный курс стал очередным этапом для развития, для роста. Это то, что помогает людям преодолевать какие-то препятствия и расти. Значит, самое большое открытие вчерашнего дня – это действие локально, а мысли глобально. Как это реализовать на практике? Какой ключ мы нашли вчера? В первую очередь это доверие. Доверие себе, доверие тем людям, с кем ты идешь, и доверие той компании, с которой ты пошел. Когда у тебя есть доверие, когда ты доверяешь себе, своим партнерам, своей компании, ты берешь на себя ответственность. Ответственность за свою судьбу, ответственность за тех людей, которые пошли за тобой, которым ты обязан помочь сделать результат. Те, кто готовы. Поэтому, друзья, верьте в людей, любите людей, любите себя. Приглашаю вас на веревочный курс. Спасибо. Что ж, я думаю, хорошая обратная связь. Но среди наших дам есть еще и золотой лидер, который к нам приехал сегодня. Тоже в Санкт-Петербург, правда, здесь все мы гости. Я хотел, чтобы ты представилась и рассказала, почему ты была здесь. Добрый день, дорогие друзья. Я на самом деле в Петербурге уже второй раз всего лишь, но веревочный курс для меня был сложным. Меня зовут Бочкова Любовь, я золотой директор города Екатеринбурга. Здесь находится моя команда, причем с разных городов. Среди них есть новички. И о веревочном курсе. Это было для меня очень мощно, потому что я после всего, что хотела на нем попасть, попала. И я никогда не думала, что я смогу взять и прыгнуть. Но доверие команды и доверие поддержки группы, что тебя поддержат, всегда помогут, подхватят. Это просто классно. На самом деле, вот эта осознанность, вот этот момент, когда ты знаешь, что ты ответственна за группу, за команду, и за тебя отвечен, а вот эта вот ответственность, осознанность, что нам говорят наши лидеры, наши любимые спонсоры, это на самом деле все сыграло. Были скинуты все маски, люди стали искренними, они стали такими, какими есть, и они приняли на себя решение всей группы. Ты за каждого отвечала, ты за каждого, и каждый знает, что за спиной стоят твоя команда. Классный курс. Благодарю вообще руководителей, организаторов, особенно наших любимых спонсоров, которые предоставили такой возможность. Организаторов Вики Кондрашовой, с которой я познакомилась. Классная, удивительная девушка. Наши любимые спонсоры Александр Федорович Тукер, Олег Рыжков, Катар Касинец и Михаил Костелев. И наши новые спонсоры и руководители, которых мы вчера вообще увидели, это особая песня. Я очень счастлива, что я приехала. И я знаю, что теперь как работать слаженно, командно. То есть, когда ты работаешь в одной связке. Очень, очень здорово. Всем рекомендую пройти этот курс, потому что у вас, ребят, поменяется мышление. Вы отключите мозг, включите сердце и душу. Так что это здорово. Всем надо быть. И только с командой «Свискель» мы это сделали. Мы прошли такой уникальный тренинг, на самом деле. Здорово, на природе. Я уеду в Комарово. У нас получилось уехать и получилось пройти еще и послушать брифинг. Благодаря нашим ребятам. Спасибо вам большое. Продолжаем дальше включать сердце и душу. Добрый день всем, меня зовут Елена Юденкова, я тоже из нашего любимого города Екатеринбурга, это мой спонсор вышестоящий, я благодарю Любовь за то, что она вообще открыла мне этот сказочный мир Свискери. И заранее хочу сказать всем руководителям, нашим вышестоящим спонсорам, нашим генеральным директорам за то, что они сделали такой очень классный, очень высокоорганизованное мероприятие. И я желаю всем обязательно посещать такие мероприятия. Почему? Потому что здесь куется общий командный дух. Без командного духа мы не сможем построить ни один бизнес. И вчерашний тренинг показал, что на самом деле, доверяя своим друзьям, доверяя своим партнерам, абсолютно любые препятствия преодолимы. Поэтому давайте встречаться чаще,
пятизвездных отелях, на наших шикарных мероприятиях. Для меня самое главное, незабываемое впечатление – это наш банкет, фуршет на корабле. Еще это, конечно, незабываемое впечатление от очень красивого города Санкт-Петербурга. Я очень люблю Санкт-Петербург, поэтому никогда не устаю сюда приезжать. И со Свисхели это совершенно другие краски. Поэтому приходите к нам, кто еще не решил, кто уже в компании. Не забывайте, что на мероприятиях создается, еще раз повторю, командный дух. И до встречи в июле в Анталии. В Анталии? Мы даже песни пели. Приходите в мой дом, мои двери открыты. Ну что ж. Представь своего новичка. Как удобно. Или ты? Как удобно. Хорошо. Ребят, я вам хочу представить вам удивительную девушку. Ее зовут Любовь. Тоже курсовая. На острове Тенерифе мы познакомились в океане с удивительным таким человеком, который принял решение работать в Свисхели. И она приехала тут же, прошла этот курс. И она... Я просто очень горда тем, что она прыгнула с такой 15-метровой вышки. Любаш, тебе снова. Представься, откуда ты. Добрый день, меня зовут Любовь Фурсова, я из города Калининграда. Буквально с компанией. Да, я познакомилась неделю назад. Меня привела сюда Любовь Бычкова. И вот я здесь. Тренировочный курс мне дал очень много. Я открыла свои какие-то способности. Я даже не могла себе поверить, что я могу подняться на 15-метровую высоту и прыгнуть с этой высоты. Я загадала желание. Я думаю, что это желание исполнится. Мне очень было приятно. Я познакомилась с такой большой, огромной компанией. Очень здорово. Я приглашаю всех людей, которые не знают об этой компании, прийти, загадать желание и быть в этой компании. Здорово. Я приглашаю всех. Спасибо. Ну что ж, хорошая обратная связь, мы получили мнение абсолютно разных людей. Вы знаете, самое главное, что абсолютно это каждому что-то дало свое. Но в общей сложности, если это все подытожить, это, наверное, был командный дух, правда? Да. И все это компания Свисхели. То есть что можно сказать? Идите к нам, приходите, присоединяйтесь, мы всегда будем рады, потому что это здорово, это позитив, и самое главное – это счастье, и это гармония. Да, любви вам, счастья, успехов, здоровья вам, вашей семье.